Здравствуйте, это канал Максимадзе, и года три назад я снимал вот эту игру смайлики «Охотники за закровищами», записал ее как вынос мозга, вообще планировалось всего лишь на одну серию, проходить ее не собирался. Но недавно совсем вот начали просить, просто массово, можно сказать, просить продолжение этой игры. Вообще игра сама по себе довольно неплохая, говорят, ностальгия, там все такое, 1000 просмотров ролик набрал. Ну и в итоге, раз уж так сильно хотят, то что поделать? Давайте будем делать по ней прохождение. Ну ладно. Пусть будет так. По-английски нельзя ведь написать, очень жаль. Но начать придется с самого начала, потому что, к сожалению, прогрессы не сохранились. Ну и к тому же за эти три года придется вспомнить, что тут вообще к чему. Пирамиды, тренировка, Арктика, холод и лед, Дикий Запад, космос, станция Мир. Ну что ж, начнем с пирамид, пожалуй. Сегодня начнем с самого начала, уже со следующих серий будем проходить те уровни, которые еще не проходили. Короче говоря, какая цель? Я полагаю, собирать надо драгоценности вот эти все на уровнях. И при том следовать определенным головоломкам. Но первый уровень я вижу простой очень. На более поздних уровнях, я чувствую, будут еще и враги. И различные препятствия, которые могут даже нас убить. Но первый уровень довольно простой. Многие говорят, что ностальгия, но я сам в эту игру не играл в детстве в своем. Поэтому для меня тут больше всего это будет незнакомым делом. Собственно, вот прошли уровень, собрали все драгоценности. И появился портал, в который мы и зашли. Когда соберете все сокровища, найдите ключ, чтобы открыть выход на следующий уровень. И тут есть шипы, которые могут нас убить. Вот так вот. Вообще головоломочка интересная довольно, в принципе, но на самом деле я небольшой любитель очень сложных игр, в которых реально надо очень сильно мозг включать, потому что, может быть, я где-то что-то могу понять, но в основном это занимает много времени, а я не люблю тратить много времени. К тому же это еще и утомляет зрителей, когда я слишком много думаю, а в итоге... А бывает ведь так, что могу за весь выпуск так и не придумать, как делать. И в итоге не пройти уровень. Так что я не могу вам пообещать, что я эту игру пройду всю целиком, но мы попробуем. Мы попробуем все же. Ключик надо найти. Ну, понятно. Я его уже вижу вон наверху. Третье место. Ну да ладно, я не спешу. У меня нет цели проходить все при все на золото. У меня цель просто пройти. Так, используйте телепорт, чтобы перемещаться в пространстве. Подсказка: в пирамиду можно проникнуть только через телепорт. А, ну понятно. Сначала соберем то, что снаружи. Как использовать телепорт-то? Может, надо нажать на него? А как войти в него? А почему он не заходит туда? Ладно, ладно, я в другой зайду. Или, может быть, в красный нельзя?
Он в зеленый зашел. В красный почему-то не зашел. А, в зеленый можно входить, в красный нет. Красный это выход, а зеленый это вход, понятно. Отлично, вот прошли тоже. Здесь без награды, но и фиг с ним. Меня не интересуют большие награды. Ага, тут копать киркой надо. С ее помощью разрушаются мягкие блоки. Ну, попробуем. Так. А этот не ломается. А, нет, ломается. Только что означает глаз вот этот. А вот жук не ломается почему-то. Да блин, чё он и не ломается-то тоже? Видимо, придется ждать, пока отрастет обратно. Под себя не копает, наверное. А почему он так не делает? Он копает только в ту сторону. Вот так, чё он сразу-то не копал? Только если этот нельзя под себя копать, то как я этот блок-то разрушу? Как это сокровище я достану? Вот эти достал. А, может, вот так? А тут без ключа даже. О, пожалуйста, прошли. Ой, извиняюсь. Ой, сложные некоторые. А, вот тут сверлить надо. Тоже мягкие блоки. Так. Так. Что эти глаза означают? Они что-то означают или это просто так? Вот направление бурения, копание, что-то как-то тут фигово сделано. Можно, в принципе, курсором, не обязательно стрелочками управлять.
Даже не знаю, как проще. Так или так. Ну давайте влево пойдем попробуем. А, выйти только здесь можно теперь. Хорошо. Тоже без награды, ну и да ладно. Так, нажмите правую кнопку, чтобы использовать прыгалку. С ее помощью подпрыгивайте высоко вверх. Прыгать можно только находясь на земле. Так. 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 Еще раз. Так. Так. Тут-то веревки не до... А, нет, допрыгивает. Вот тут немножко посложнее стало. Хотя нет, не стало. Так, а тут уже другая немного локация, видимо, снаружи пирамиды уже. Когда персонаж падает вниз, нажимайте и удерживайте правую кнопку мыши или пробел, чтобы раскрыть парашют. Можно взлетать вверх в восходящих потоках воздуха. Там, где пузырьки. Ага, так удобно. Так,
вот эта птица что-нибудь означает, или это тоже украшение просто? А, блин, вот не очень удобно управлять в полете вот так, конечно. Но это при... Ну как неудобно, привыкнуть надо. Да что ж ты будешь делать? Он, он автоматом мышью управляется. Вот так. Вот так. На самом деле, мне кажется, игру я не сильно забыл. Хотя прошло 3 года с того момента, как я в нее играл. Казалось, что прошло меньше времени. А здесь уже можно летать. И появился враг. Воду передают. Так. Тихо. О, тихо, стой. Тихо. Вот так. Залезай туда, аккуратно, не в шипы, блин. Ой-ой-ой, тихо. О, хорош. Ладно, пусть сходит, круг потом уйдет, и я тогда возьму ключик из этой фигмы. Он тоже здоровается с нами, я смотрю. Отлично. Так, опять в пирамиде. Видимо, внутри. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы надуть пустышку. Она будет отвлекать внимание монстров от персонажа. Пустышку можно надуть в свободном месте. Их количество их ограничено. А этот прям по всему полю враг перемещаться может, я смотрю. Да блин, надо заранее, наверное, делать это. Да, с этой штукой потруднее будет немного.
Да блин, промахнулся. Не очень удобное управление. Ну вот, отлично. Справились кое-как. Так, нажмите правую кнопку, чтобы установить динамит. С его помощью разрушайте блоки и уничтожайте врагов. Тут попробуем поставить теперь. Блин, надо было с этой стороны ставить. А не стой. Блин, я не понял, зачем я это сделал сейчас, если я теперь не вернусь туда. Так. Окей, две штуки даже осталось. Так, в рюкзаке персонажа может быть до 4 предметов. Переключайтесь между ними с помощью колесика мыши, кликнув на нужную кнопку или нажав 1, 2, 3, 4. Хорошо, что он так задеть не может.
Да поставь ты ее, ё-моё. Так. Так, ну вот, хорошо, этот уровень тоже прошли. Ого, сколько тут. А где враг-то? А, вон он. Врагу все равно еще время надо, чтобы догнать. Ой, 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 блин! Только я об этом заговорил, так он меня уже догоняет. Так, ну пусть тут где-нибудь. Ой, догоняет, блин. Две штуки осталось. Вот пусть тут посидит пока, короче. У нас одна штука осталась. Надо справиться с этим заданием. О! Хорошо. Справились. Каменный враг. Ну, он такой опасности не несет. Сколько времени-то прошло вообще? Ну-ка скажите мне. 30 минут прошло, окей. 30 минут. 30 минут нормально. Я думаю, парашют нам пока будет нужнее. Минут 10 еще, наверное, поиграем. Этот враг большой опасности не несет нам. Так, бурилку используем. Нет, нет, в эту сторону.
Ох, вот это да! Как он не схватился, а? Вот как можно было так, а? Я не подготовился, еще надо было переключиться на парашют. Еще перед тем, как прыгать. Не подумал. Так. Так, теперь соберем вот эти вот красные и зеленые, в которых я сейчас лоханулся как раз таки. Да блин, вот я ненавижу вот... Переиграть этот уровень. Я ненавижу вот этот момент такой, что... надо использовать мышь, чтобы переключить направление... бурилки этой. Бурилки или кирки, в зависимости от того, что вот у нас в данный момент имеется. Так, ну нам пока, ну нам для начала парашют нужен. Так, вот сейчас надо... Так, вот так-то лучше. Так, теперь опять парашют нужен нам. Используем парашют. А, ключик надо еще найти, боже ты мой. Где он у нас? Вон он. А, блин, тут парашют надо было использовать. А, можно было и без... А, можно и без него, пофигу. Давай, уходи, каменная башка. Ну вот, хорошо. Что у нас дальше? Здесь целых три каменных башки. Хорошо, что персонаж не разбивается с большой высоты. А тут у нас кирка. Это значит, можно копать вниз. Блин, курсором мне очень удобно, конечно. Ой, а я ж тут
А как я теперь вылезу? А, вот так. Ой, а что мне теперь делать? Как мне теперь выбраться отсюда? Кирдык. Кирдык. Пришел мне. Надо просчитывать моменты такие. Вот так. А тут нужна прыгалка. Прыгалка. Вот этот знак, мне кажется, явно что-то должен означать, а может и нет. Так, пусть вправо пойдет, тогда только пойдем. В ту сторону. Потому что иначе нам тут кирдык придет тоже. Так, хорошо. Прыгалка нужна будет здесь. Пусть он уйдет сначала. Отлично. А тут у нас что? Так, может это? Ну-ка, а можно вообще выйти? Это какой уровень? Можно посмотреть? Можно посмотреть, какой уровень это вообще уже? 15-й. Мы, оказывается... Я уже думал, скоро конец будет этого эпизода, но нет. Ну ладно, давайте еще один уровень пройдем, да остановимся на сегодня. А, блин, вот это опять опасный враг здесь. И здесь отвлекалочки у нас нету, но есть... Ракета, которой можно летать. А у него нету, слава богу. Так что мы можем этим пользоваться. И враг вообще не глупый, я смотрю. Быстрые пути ищет. Так, ну, так высоко ему забраться будет труднее. Ну, как труднее? Он будет это медленнее делать, в любом случае.
Жаль, нет динамита, можно было бы его взорвать нафиг. Ты неудобно управлять вот этим, если честно. Так, ну ладно, так, хотя бы что-то. Давай, 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 давай. Здесь надо его выманить куда-то подальше. А, тут надо было наверх залететь. Это же кирка, она вниз копает. Блин. Я ненавижу вот это направление. Перемещение. Перемещение направления. Ой, я в ловушке! Я в ловушке! Блин, столько времени потратил на этот уровень. Все из-за этого неудобного управления. Но надо попробовать. Ай-яй-яй-яй, осторожно. Да не в эту сторону! Ракету, ракету, ракету скорее. Блин, не очень удобное управление вообще. Ой. Да и в эту сторону опять полетел. Да, враг вообще не глупый. Быстрый пути ищет. Прям вот реально быстрые. Самые короткие дороги и самые удобные. Так, используем ракету снова. Где курсор? Забываешь постоянно, где курсор, и из-за этого проблемы начинаются с этим. Так, пусть он пройдет сюда, а мы с той стороны подкрадемся и стащим последний этот рубин. Хорош! Осталось еще ключик этот достать.
Достать ключик будет немножко тяжелее, потому что он запечатан в камнях. Так, ракету. О, есть! Я это прошел. Ладно, ребята. На сегодня предлагаю закончить. Целых 15 уровней прошли, блин, за сегодня. Это довольно-таки немало, я считаю. Но игрушка, в принципе, стоит того, чтобы ее проходить. Так что продолжение обязательно будет. На сегодня все. С вас Лукус подписался. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой логовый канал. Ссылочка в описании и группу ВКонтакте. Всем пока. Пока.